дорогие друзья, а мы начинаем официальную церемонию открытия выставки. И приветствуем вас на ежегодной выставке «Карельский камень. Дороги Карелии-2016». Вас приветствует заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия Игорь Валерьевич Шершов. Уважаемые коллеги, друзья, поздравляю вас с открытием выставки «Дороги Карелии. Карельский камень». От лица правительства, от лица Александра Петровича Ходилайна, от себя лично желаю успехов, заключения новых контрактов на ходе этой выставки и дальнейшей успешной работы. Карелия и камень неразрывно связаны. У нас более 60 карьеров щебня крупноблочного камня. В общем, в отрасли работает, по-моему, порядка больше 10 тысяч человек. И, ну, наверное, каждый из жителей Карелии каким-то образом там с этим родом деятельности тоже связан. Мы все ездим по дорогам. Вот. Продукция карьеров щебеночных востребована. Мы продолжаем программу ремонта и строительства дорог, в том числе и региональных, и поэтому точно совершенно и внутри Карелии, и за пределами продукции это будет востребовано. Вот всем успехов, удачи и успешной работы. Спасибо. Спасибо, Игорь Валерьевич. Дорогие друзья, горнодобывающая промышленность – одна из ведущих и интенсивно развивающихся отраслей экономики Республики Карелия. А выставка «Карельский камень и дороги Карелии» вот уже много лет остается важнейшей платформой для взаимодействия в данной сфере. Вас приветствует председатель Ассоциации горнопромышленников Республики Карелия Владимир Нигматович Аминов. Уважаемые участники выставки, горно-промышленный комплекс Карелии достаточно молодой, но у нас уже сложились определенные традиции. И одна из таких хороших традиций – это проведение каждый год, ежегодно, выставки «Карельский камень», и потом к нам еще присоединились «Дороги Карелии». И действительно, получилось все в этот раз очень хорошо. Обычно говорят, вот хотели хорошо, а получилось как всегда, а у нас получилось вот так, как хотели. Выставка фактически сложилась как такое средство поддержки предприятий горно-промышленного комплекса. То есть сегодня здесь основные производители продукции, которые потребляют горно-промышленный комплекс, предлагают свои разработки, свои варианты, свою продукцию. Вот это очень здорово. Горняки могут прийти на выставку и ознакомиться с новейшими достижениями в различных областях, которые связаны вот именно с повышением эффективности работы предприятий. Я думаю, что мы нашли тот формат выставки, который интересен и горнякам, интересен и фирмам, представляющим здесь свои разработки. И выставка стала коммерческим мероприятием. Вот мне сегодня сказали, что у нас нет ни одного квадратного метра, на который мы могли бы еще бы продать сегодня, да? Поэтому вот это здорово. Если это будет так, то выставка будет жить и дальше, и у нас все будет нормально. Но я хотел сказать, что выставка для нас это нечто большее. Это еще и праздник. Это праздник, когда мы можем вот так вот собраться, посмотреть, профессионально поговорить. У нас есть и другие форматы. Недавно мы отмечали День горняка в Республике Карелия, новый праздник такой республиканский. Но выставка – это нечто большее. Это вот такое как раз мероприятие, на которое мы идем, не дожидаясь приглашений, идем с удовольствием. Мы знаем, что вот здесь будет интересно, нормально, здесь мы сможем поговорить. Поэтому огромное спасибо тем организациям, которые сегодня представили свои стенды. Для горняков это крайне важно. Мы надеемся, что так будет и дальше. Желаем вам успехов, желаем заключения хороших контрактов, чтобы ваши затраты, которые вот вы вложили в выставку, многократно оправдались.
И я думаю, нас ждет много интересного в эти три дня. Самое главное, это вот наше общение, которое выльется уже, я думаю, какие-то серьезные договора, которые мы здесь подпишем, да, и все это будет эффективно. Желаю удачи всем. Три дня мы работаем, и ну, по вечерам будем праздновать, да, и с утра опять работать. Удачи всем. Спасибо, Владимир Никматович. Ну, а мы, конечно же, очень надеемся, что действительно на выставке будет интересно, потому что на выставке представлено около 50 компаний. Это и Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Выборг, Орел. И, конечно же, наши иностранные гости, иностранные компании из Италии и Финляндии, которые представят и оборудование, и материалы, и технику. Но сейчас я бы хотела для приветствия передать этот микрофон генеральному директору выставочного агентства «Еврофорум» Николаю Александровичу Гнетову. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я очень-очень рад вас видеть сегодня здесь, на нашей выставке, очередной выставке. Я очень рад, что она случилась, я очень рад, что она состоялась. Я очень рад вас здесь видеть. В этом году у нас есть очень много компаний новеньких, наряду с тем, что вот мы имеем наших постоянных клиентов. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы эти три дня были для вас очень плодотворными, чтобы это помогло как-то в будущем в вашей работе, в наши вот непростые сейчас, к сожалению, времена, но это так. Я желаю вам удачи на этой выставке. Я просто очень рад. Я просто рад вас всех здесь видеть. Желаю вам всего хорошего. Спасибо. Дорогие друзья, но нам остается добавить. Выставка «Карельский камень. Дороги Карелии 2016» открыта! Мы желаем всем вам плодотворных дней сотрудничества. Ну а сейчас вновь для вас фолк-группа «Skylark». See ya!